готовимся встречать Тимати и держать его в воздухе всеми своими легкими. Тимати Брэдстри. Итак, под 60 метров, посмотрите. Прекрасный, прекрасный полет. Идеальный. Итак, мы снова встречаем и готовы помогать парню по имени Тимати Брэдстри с далекого континента Австралия. Это финалист чемпионата мира 2011 года, трамплин мужской. Итак, чуть позже заходит во второй попытке. Посмотрите, как сильно! Брэдстри! Вторая попытка, ждем результат. Сейчас нам табло его покажет. Как разложит он усилия из правой точки, чтобы максимальная скорость была прямо перед самым столом. Давайте посмотрим. Контрсрез за 180-метровым буем. Красный буй плавает как ориентир. Широко выкатывается в правую точку. Поворачивает направо. Ох, как резко заходит. И добавляет. Еще добавляет и доволен. Он показал все, что мог.